Всем привет! Меня зовут Марина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в видео я буду вырезать бумажную куклу. Куклу зовут Оскар, и делала я его сама. То есть это мальчик с тремя аутфитами. Я не могу сказать, что это одежда прям моего авторства и дизайна. Нет, это, допустим, вот свитер Гоши Рубчинского. Также у него есть сменные волосы, три пары обуви. Сам Оскар на подставочке. Все это напечатано на плотной бумаге, чтобы ничего не помялось. И я уже запаслась холодной водичкой, потому что работа обещает быть долгой. И начну я с того, что буду вырезать все запчасти. Just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm your... Чтобы вот эти вот бумажные держатели хорошо сгибались, нужно сделать в месте, где они стыкуются уже с картинкой одежды, небольшое такое вот сечение. Но не полностью отрезать, а вот буквально сделать небольшой надрезик. Благодаря ему держалка очень хорошо согнется. Оскара я вырезала, и для него предназначена еще и подставка. То есть первое — это основание с надрезами, которые надо сделать, А и Б. И вторая и третья часть — это подставки. Подставка А и подставка Б. И сейчас я покажу, как весь этот постамент собирается. Разрезы надо делать по пунктирным линиям. И делаем надрезы здесь. Ну а теперь вставляем. Ну вот, собственно. Оскар стоит самостоятельно. Но лучше всего, конечно же, я советую сами куклы, не одежду, приклеивать еще на какой-то картон тонкий, либо на еще один слой плотной бумаги, чтобы она прям была как картоночка. Ну а теперь приступим к одежде. Вся одежда вырезана. И теперь я покажу, как его можно одеть. Инструкция, как одевать берет и шляпу, нарисована вот здесь на уголке. Также, чтобы одеть очки, нужно сделать надрез здесь и здесь, около уха. Черную детальку на голове стоит немножко подсогнуть, но не сильно. И таким образом одевается шляпа. Или беретик. Ну а теперь я по очереди примерю все аутфиты и покажу вам, как Оскар в них выглядит.
Эта куколка является своего рода артом на мою авторскую БЖД-куклу, которого тоже зовут Оскар. Если вам интересно узнать о шарнирных мальчиках, которых я делаю из полиуретана, то можете пройти по ссылочке, которая будет внизу указана. Ну а мы с бумажным Оскаром будем с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Все ссылочки на мои соцсети я оставлю внизу в описании под этим видео. Добра вам и всего самого лучшего. Пока-пока.